Сегодня у нас неочередное заседание Совета депутатов. На заседании присутствует 18 депутатов из 24 депутатов. Отсутствуют 6 человек по уважительным причинам. Форум имеется. Основной вопрос повестки дня – изменение в бюджете Сергиево-Посадского района в сторону увеличения за счет субвенции Московской области. Увеличиваются доходы и расходы, как я уже говорила, на 230,7 миллионов рублей за счет поступления средств из бюджета Московской области. Так, району дополнительно выделяются средства на государственные полномочия по архивному делу, на оплату труда сотрудникам 869 тысяч рублей. Дополнительно выделяется субвенция на обеспечение бесплатного дошкольного, начального общего и основного общего образования. Это на школу выделяется в связи с увеличением численности детей, в связи с прогнозными. Увеличение на 32,5 миллиона рублей. Также увеличивается субвенция и детским дошкольным учреждениям на 37 миллионов рублей. Также в связи с тем, что количество детей в соответствии с прогнозными показателями запроса Министерства образования увеличено. Также предусмотрены средства, чтобы погасить невозвратные долги за уже потребленный газ. Вопросы об изменении в бюджет предварительно были рассмотрены на профильной комиссии. В итоге поправки депутаты приняли большинством голосов. Татьяна Трушкина, Михаил Жучков, «День города».